получается, нас в отряде 20, вообще всего около 400 человек. Вот, добирались мы от Мариуполя до Таганрога автобусом, а оттуда мы уже пересели на поезд, и от Таганрога до Питера ехали поездом. Честно, хотелось бы всех поблагодарить, кто участвовал в том, чтобы организовать это для нас. Спасибо огромное президенту Владимиру Владимировичу Путину, который организовал это все. Я уверена, что он принимал участие. У вас действительно шикарная страна. Большое спасибо.